Спасибо за интерес к решениям SolidEdge Electrical, набору приложений для проектирования, симуляции и подготовки к производству электрических систем, электропроводки и жгутов. Программное обеспечение SolidEdge Electrical Design Software реализует электромеханическое проектирование таким, каким оно и должно быть. Лучшие в своем классе решения для широкого спектра отраслей промышленности позволят вам достичь успеха в проектировании электромеханических изделий. База данных по электрооборудованию и менеджер стандартных деталей обеспечивают систематизацию и облегчают доступ к информации. Эта библиотека включает в себя большое количество электротехнических компонентов. Поддерживаются все основные международные стандарты, что особенно важно при проектировании. Имена устройств автоматически обновляются по мере перемещения деталей по схеме. При добавлении проводов автоматическая проверка исключает дублирование имен. SolidEdge Electrical Routing обеспечивает взаимодействие между SolidEdge и Wiring and Harness Design. Функция «Соединиться» позволяет пользователю объединить ECAD MCAD среды проектирования и обновлять информацию о проводах в среде сборки SolidEdge. Проектирование этого электрического щита в SolidEdge почти завершено. Осталось привести модель в соответствие с электрической схемой. После активации связанного режима функция перекрестного выбора позволяет осуществлять двунаправленную подсветку проводов и 3D-компонентов. Выбор компонентов сборки SolidEdge выделяет его на электрической схеме и наоборот. Связь электрической схемы со сборкой позволяет нам импортировать провода в модель SolidEdge с помощью команды «Обновить электропроводку». Затем мастер импорта определит провода, которые будут импортированы. При этом к сборке добавляются два новых провода. Снова используем перекрестное выделение между электрической и механической средами. Затем инженер-механик может проложить провода в сборке через кабельные лотки и так далее. В процессе синхронизации сохраняются все свойства проводов. Также синхронизируются любые дальнейшие изменения свойств. Например, если цвет провода в схеме изменился, можно снова запустить команду «Обновить жгут проводов», чтобы применить изменения в 3D-модели. Разумеется, рассчитанную длину проводов можно также передать обратно в схему, чтобы обеспечить точность симуляции. Провода представлены в сборке с учетом их реальных размеров. Как мы видим, для создания отчетов нужно сделать лишь пару кликов. Доступно множество стандартных отчетов, и вы можете создавать собственные отчеты. Далее нам необходимо создать рабочий чертеж из этих жгутов, прежде чем можно будет приступить к производству. Используя связанный режим, эта информация может быть использована для создания раскладки жгута для производства. Различные настройки контролируют, как жгуты развертываются в 2D-среде, а также как импортируются имена и номера деталей. Разъемы и ветви жгута автоматически размещаются на чертеже, а таблицы заполняются информацией о соединениях. На чертеже указана общая длина жгута, а также расположение втулок, зажимов и изоляции. Если дополнительное оборудование еще не назначено в механической среде, его можно легко добавить сюда. Например, часть изоляции может быть добавлена в нижнюю ветвь. На чертеже размещен перечень соединений, но при необходимости могут быть сгенерированы и другие отчеты. Отраслевые решения SolidEdge Electrical Design, доказавшие свою эффективность, позволят вам выводить продукцию на рынок быстрее, без ущерба для качества. Чтобы узнать больше о том, как SolidEdge может помочь вам оптимизировать процесс проектирования за счет сокращения затрат и времени цикла проектирования, посетите наш веб-сайт solidedge.siemens.com.